Случилось это в 9 ровно, точнее в 9-7 минут. Минуты эти, безусловно, навек в историю войдут. В тот день повсюду птицы пели, но не был он обычным днем. Мы день 12 апреля днем космонавтики зовем. Митинг, посвященный Дню космонавтики, объявляется открытым! Помните, как весь наш народ, как все мы радовались этому событию. И сегодня мы все являемся продолжителями тех знаменательных событий, которые произошли. За первым полетом были и другие полеты, где мы также радовались победам, радовались за наш народ, за наш Советский Союз в то время. Сегодня уже, более буднично воспринимаются полеты в космос. Но, наверное, каждый из нас понимает и знает, чего это стоит людям. Московской области Михаил Васильевич Савин. Боится Московской области, от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Символично, что 11 лет назад, в 2001 году, 12 апреля, в то время действующий... Совета молодых ученых города Королева Дмитрий Способ. Дорогие друзья, наш город... Славный город, победитель космонавтики. Да, действительно сделал подвиг. Подвиг сравнимый с подвигом своего человечества. Я сам, когда был школьником, помню, пришел в историю, мы изучали древних людей. Какие были эпохи, какие были периоды. Действительно продолжать дело наших дедов и родителей. А дело это одно. Это дальнейшее развитие человечества. Ну и как результат... Никто, нигде и никогда мы с вами сыграем в самую массовую игру бадминтон. И при этом мы попытаемся установить рекорд по самой массовой игре. Но чтобы его установить, немного нам нужно постараться. Уважаемые участники, новости с праздником! Города Королева под знаменование победы нового мирового рекорда. 5, 4, 3, 2, 1. Пол! Итак, марш!
Продолжаем. 4, 3, 2, 1. Стоп, игра. Итак, вторая игра закончена. Всем занять исходную позицию. Спорт и так далее, надо играть. Это все было? Да. Кто выступал? Дорогие участники, как прошла игра? Вы в конусе? Юрий, ваши впечатления о празднике какие? Прекрасно. Это как раз сегодня праздник космонавтики. Пропаганда бадминтона в Подмосковье и по всей России сегодня прошла прекрасно. 1500 школьников сегодня играли в бадминтон. Молодцы! Спасибо! Дорогие ребята, вы знаете, видел первоначально, насколько, будем говорить, так свинцой все начиналось. И не прошло и там 10 минут, как игра всех, знаете, вот за ту изобретательность Юрия Ивановича Тимохина. Огромное вам спасибо вот за ваш творческий подход. Итак, а мы переходим к вручению призов. Самым юным участникам акции Ярославу Прохорову и Веронике Горбуновой. В прошлом году я в страну был в ребенком, я играю 40 лет. Очень хороший вид спорта, объединяет людей, желаю всем. Ура бадминтону! Товарищу Гусеву, как самому опытному участнику массовой акции по бадминтону. Ждем вас! Учащийся 6 класса школы номер 12. Поздравляем вас! Слово Валерию Васильевичу Чернову, представителю Федерации бадминтона. Дорогие участники «Звездного Волана», как видите, пока я вас не могу назвать рекордсменами, потому что сам не знаю, сколько же нас сегодня было здесь на Звездном Волане. Вот при вас я сейчас беру папку, открываю и смотрю. Говорю, уважаемые рекордсмены, в нашей акции сегодня приняло участие 1550 человек. Таким образом, рекорд России, самая массовая игра в бадминтон, состоялась! Ура!
Мы надеемся. И давайте будем конвертировать успехи в спорте и космонавтике в гордость за нашу страну! Ура! Навсегда созвучье слов «Россия! Космос! Королёв!» Давайте все вместе! Что это интервью я даю на фоне памятника Сергею Павловичу Королеву. Это человек, который был инициатором введения бадминтона в программу общей физической подготовки среди космонавтов. Космонавты – штучный товар. И когда принималось решение, какой вид спорта является наиболее подходящим для физической подготовки, Королёв, наверное, сделал такой, может быть, пророческий выбор и предложил бадминтон, потому что, конечно, он является не травмоопасным видом спорта, динамичным, удачным, полезным. Но и сегодня, 12 апреля, мы проводим массовую акцию «Звёзды Алла», посвященную Дню космонавтики. Как только что было объявлено, более 1500 человек, 1550 человек приняло в этой акции участие. На базе общеобразовательных школ, 22 общеобразовательные школы приняли участие в митинге, и по окончанию митинга установили рекорд России, который, я надеюсь, скоро официально будет утвержден. Хочу сказать, что администрация города положительно откликнулась на инициативу нашей федерации о проведении такого праздника. В качестве итога администрация подтвердила намерение открыть детскую спортивную школу по бадминтону в городе и всячески развивать нашего спорта в Королеве. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы подпишем все официальные документы, связанные с открытием такой школы, и начнем развивать этот вид спорта в Королеве. Так что, на мой взгляд, акция прошла замечательно, удалась. Будем, конечно, проводить эти акции и в дальнейшем. Со своей стороны хочу сказать слова благодарности организаторам. Значит, сначала, конечно, самое главное слова благодарности члену Президиума Федерации Московской области Чернову Валерию Васильевичу. Он молодец, он умеет делать это хорошо, красиво. Что великолепно. Также хочу сказать большие слова благодарности администрации города Королева. Они отважились на этот эксперимент для них. И я думаю, что не прогадали. Сам глава Минаков Валерий Александрович сегодня принимал участие в игре «Бадминтон». И вся администрация с большим удовольствием играла. И самые-самые хорошие и теплые слова в адрес нашего вида спорта мы сегодня услышали. Так что еще раз хочу сказать, что акция удалась. Будем проводить такие мероприятия и дальше. Сказать несколько слов и поздравить всех наших областных любителей вида спорта. Я сам житель Жуковского, и День космонавтики является также и нашим праздником, поэтому от лица жуковчан поздравляю, прежде всего, конечно, жителей Королева с этим праздником, да, ну и, конечно, всех
наших областных любителей бадминтона, наши члены федерации, наше местное отделение. С Днем космонавтики! Желаю, чтобы наши космонавты принимали участие в наших мероприятиях. Они это делают с большим удовольствием, и спасибо им большое за это. Это отличный праздник. У нас есть чем гордиться. Наши корабли бороздят космические просторы. Поэтому желаю, чтобы этот праздник мы отмечали не дальше, такими же акциями. Может быть, сделаем это более широко. Будем отмечать звезды Валан и в других городах Московской области. Так что еще раз всех с праздником. Всего вам самого наилучшего. Играйте в бадминтон.